Самоцветное кольцо Урала или туристические перспективы целого региона. В Челябинске состоялся форум туроператоров, на который пригласили и Златоустовский центр туризма. Презентация нового туристского проекта, который объединит все города Уральского федерального округа, состоялась при участии делегаций из разных городов. Златоуст давно занимается разработкой интересных маршрутов на своей территории, которые могли бы вписаться в этот масштабный проект. Идей очень много интересных, охота уже их и применить, какие-то идеи в свою работу. Вот. Что же самое главное? Во-первых, нас очень интересует самоцветное кольцо Урала. То есть у нас сейчас тоже организуется кластер «Золотое кольцо горного Урала» на примере Свердловской области. И все те идеи работы, которые нам представляют, мы бы, конечно, хотели и представить у себя. Новые связи и советы профессионалов призваны подружить специалистов туристической отрасли для плодотворной работы в масштабах всего региона. По мнению авторов проекта, самоцветное кольцо Урала откроет самобытный мир Урала не только для гостей, но и для самих уральцев. Напомню, Центр развития туризма в Златоусте был создан по инициативе главы округа Вячеслава Жилина. Программа развития этой сферы в округе недавно была представлена губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и нашла поддержку у главы региона.